26 мая в Большом зале Уникса прошел всероссийский студенческий конкурс на знание китайского языка. Китайский язык – это мост. Китай – это страна контрастов, страна с огромной историей и разнообразной культурой. И у пришедших гостей была возможность познакомиться с ней поближе, не уезжая при этом за границу. В этом году участниками конкурса стали студенты-китаисты со всей России. КФУ представил 5 студентов Института международных отношений. Директор Высшей школы международных отношений и востоковедения рассказала о подробностях мероприятия. Достаточно хорошая возможность представить Казанский федеральный университет на фоне университета. И, конечно, сейчас в Высшей школе международных отношений и востоковедения есть такая тенденция. Мы стараемся проводить все российские знаковые олимпиады и конкурсы по восточным языкам в стенах нашего родного университета. Это, конечно же, в первую очередь помогает поднять уровень самого знания языка нашими студентами, держит, так скажем, в тонусе нас, развивая добрую такую конкуренцию. Ну и, конечно, служит хорошей возможностью для популяризации института и университета в целом. Конкурс дал возможность лучшим студентам страны продемонстрировать уровень владения китайским языком, знания в области культуры, истории, искусства, музыки, литературы Китая, способствует обмену опытом и стимулирует интерес к изучению языка, позволяя глубже проникнуться духом китайского языка и культуры. Аурелия Сташкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.